Слушай, ну попробуй призвать меня, я тебя убью. Окей, падай, я разрезаю Джеффа убийцу, погнали! Что это такое? Это что, его кровь или что? Почему она полностью черная? Там что-то тянется. Все, твои ребра, меня зовут Серхио Олензи, бро, сразу же переподписывайся на мой голос, чтобы быть моей супрем-банде. Самый сильный банде на ютубе, ведь перед ними супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, вроде бы же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супрем-банде. Самый лучший банде на ютубе, бро. Окей, супрем-банды, сегодня здесь простые видео, потому что сегодня банда. Мы будем... Что? Посмотри, какой номер мне звонит. Плюс 0111010010011100. Что это значит? Кто это вообще звонит? Окей, супербанда, на часах 3 часа ночи. Я уже вижу, что начинается какая-то мистика. Окей, супербанда, я беру трубку на счет 3. Раз, два, три. Что? Кто это? Это что, Джефф-убийца? Может меня? Даже не мечтай. Что тебе нужно от меня, Джефф-убийца? Я уже на пути к тебе. Тебе конец. В смысле? Приходи домой, я сниму себе маску, это тебе конец. Что ты можешь сделать? Маску себе сниму. Маску, даже не мечтай. Ты быстрее сам умрешь. Я Джефф-убийца, самый кровожадный киллер. Тебе конец. Давай, приходи тогда сюда, разберемся, кто из нас тут самый главный, увидишь себе конец. Я тебя опять использую куклу Вуду, посмотрим, кто выиграет. Если тебе не слабо, попробуй призвать меня, я тебя убью. Это будет очень весело. Ты ничего мне не сделаешь, давай, приходи сам, я не буду тебя призывать. Ничего ты мне не сделаешь, и какую маску ты с меня не снимешь. Даже разрезать меня не сможешь. В смысле? Я, чтобы разрезать, даже пальцем меня не тронешь, я тебя просто сразу же убью. Если тебе не слабо, призви меня. Джефф-убийца, приди, я жду. Хорошо, я согласен, тогда давай, приходи. Я призываю тебя, Джефф-убийца. Давай, если тебе не слабо, разберемся, кто из нас главный. Призывай, если не слабо, я жду тебя. Давай, все, пока. О, черт, супрем-банды, вы это видели? Только что мне позвонил Джефф-убийца. О, черт, он жив. После того, как я использовал на него куклу Вуду, он остался жив. Как так, банда? Это же просто нереально, он же тогда взорвался. Черт, супрем-банда, это просто жесть. Не знаю, что теперь делать. Куклу Вуду я закопал, и теперь я больше не найду, не знаю, что мне делать. Не призвав Джеффа-убийцу, я не смогу ему доказать, что я здесь главный. То есть он будет даже на меня охотиться. Он захочет меня убить. По-любому придется призвать Джеффа-убийцу. Или поснять с него маску, разрезать его. Черт, банда, я все еще в шоке, что он остался жив. Как так? Я же лично видел, как он тогда взорвался. Это просто жесть, супрем-банда, не понимаю, что происходит. Окей, банда, наверное, сегодня попробую его разрезать. Он же все равно бессмертный, он не умрет от этого. Я попробую его вырубить и разрезать, посмотрим, что получится. А в следующем видео, банда, я призываю опять Джеффа-убийцу. Убийцы, попробуй снять с него маску и посмотрим, что у него будет под маской, банда. Именно поэтому, бандит, опускайся, они же ставят царский лайк. Ведь, бро, давай на это видео наберем 10 тысяч лайков. Эй, супрем, банда, как так? Как у нас самый сильный банда на ютубе может быть самое меньшее количество лайков? Да никак. Именно поэтому, бандит, опускайся, они же ставят царский лайк. А мы, банда, начинаем призывать Джеффа-убийцу. Окей, банда, я буду здесь, я лежать буду здесь, вот под этим одеялом буду призывать Джеффа-убийцу. И вам, наверное, интересно, почему же мы Джеффа-убийцу будем призывать в коридоре? Потому что если я это буду делать в своей комнате, то у меня будут проблемы. Потому что если Джеффа-убийца займет проход, то я не смогу оттуда выйти. А здесь у меня есть несколько комнат, с которых я могу выйти. Окей, банда, Настя будет здесь. Она будет прятаться вот за этой вот шторкой здесь. То есть она будет стоять как-то вот так и снимать меня. Надеюсь, за все получится, банда. Я буду лежать здесь и призывать Джеффа-убийцу. И как только Джеффа-убийца появится, Настя возьмет биту и вырубит его. Надеюсь, он вырубится как в прошлый раз. Что, супрем, банда, погнали, призываем Джеффа-убийцу. Убийцу в 3 часа ночи! Окей, Настя, ну что, ты готова? Да. Окей, Настя, иди прячься, я буду сюда. Что, супрем-банда? Что, супрем-банда, здесь вы готовы? Окей, я ложусь сюда. Джефф-убийца, приди! Джефф-убийца, приди! Джефф-убийца, приди! Джефф-убийца, приди! Сереж! Ничего не получается. В смысле, его нету? Нет. Как так? Раньше он сразу же приходил. Ну да. Эй, Джефф-убийца! Нужно, наверное, его немного подождать, потому что я не знаю, что это значит. Окей, супрем-банда, что-то все очень странно. Джефф-убийцы все еще нету. Как бы помню, в прошлый раз он сразу же оказался около меня, а здесь его нет. Я не понимаю, что происходит. О, черт, банда, что-то мне не по себе от всего этого. Как-то слишком все странно. И что-то в последнее время Джефф-убийца какой-то реально очень странный. Что это? По всему дому выключится свет. Банда, я не понимаю, что происходит. Настя, что ты скажешь из всего этого? Я не знаю, что случилось вообще? Не знаю, о господи. Эй, Джефф-убийца? Окей, супрем, банда, что-то все очень странно происходит. Реально, нету нигде Джефф-убийцы, но свет выключится по всему дому. Получается, наверное, где-то здесь или что? Я ничего не понимаю. Окей, нужно включить свет. Есть, готово. Но где Джефф-убийца, банда? Что вообще происходит? Окей, супрем, банда, кто-то выключил счетчик. Я не понимаю, кто. Кому это вообще надо? Кто бы это мог сделать? Возможно, сюда пришел Джефф-убийца или что? Но как? Где он тогда сейчас? Его реально нигде здесь не видно, банда. Все очень странно. Я ничего не понимаю. А? Эй, кто там был? Окей, ты это слышала? Да.
Что это было? Не знаю, я смотрела на счетчик. Ты реально смотрела, там как будто кто-то проходил. Не знаю, я... О, черт! Это реально все очень странно. Быстрее идем, смотрим, что там. Эй, здесь кто-нибудь есть? Эй, чеф-убийца, это ты? Черт, банда, здесь никого нет, я ничего не понимаю. Что это было? Кто это только что был? Что здесь стучало? Реально ничего не понятно, супербанда, все очень странно. Что можно сделать? Как призвать опять чеф-убийцу? Опять... Это уже не смешно. Это уже реально не шутки. Эй! Эй, здесь кто-нибудь есть? Черт, фонарь. Где он? Окей, суперпада, я не понимаю, что происходит. Реально, кто выключил свет? Похоже, Джефф-убийца хочет с ним поиграться или что? Давайте походим и поищем тогда, если он так этого хочет. Эй, Джефф-убийца, ты здесь? Эй, нет, здесь никого нет, я не понимаю, что происходит. Вот, посмотри. Эй, Джефф-убийца, ты где? Быстрее выходим из комнаты, а то он нас сейчас закроет. Эй, Джефф-убийца! Это реально все очень странно. Похоже, чеф-убийца с нами играется. Я что-то слышала. Эй. Сереж, ты куда? Тихо. Сережа! Черт, Настя. Чеф-убийца здесь. Почему-то нож лежал в моей комнате. Его раньше там не было. Он уже был на кухне. Да, включи все до 5. Черт, банда, реально все очень странно. Ничего не понимаю. Все, банда готова. Но чеф-убийца реально здесь. У меня его нож. Он оставил его в моей комнате. Окей, банда, с этим нужно скорее уже что-то делать, ты уже заходишь все слишком далеко. Ах, и супербанда, ты реально здесь не понимаешь, что вообще происходит. Я просто не знаю, что делать, нужно его как-то поймать быстрее. Да? Я возьму нож, надеюсь, ты мне поможешь хоть как-то, банда, потому что это реально жестко. Эй, Джефф-убийца! О, черт! О боже, это что был Джефф-убийца? Я его раньше никогда не видела. Где они делись? Как это вообще? Он же только что был здесь. Здесь только нож остался. Как это? Как так вообще? Где мне теперь его искать? Что мне делать? Примбанда, я не знаю, что мне делать. А вдруг я никогда уже не увижу Сережу. Вы это слышали? Это я возьму с собой. О боже, это же Джефф-убийца. У него же Сережа. Что мне теперь делать? О господи, похоже, и мне пришел конец. Что теперь делать? Хотя вариантов у меня немного. О боже, что мне теперь делать? Так, нужно его взять. Какой же он тяжелый. Так, ладно, оставлю его здесь. Пойду искать Сережу. Где же он? Сереж! Куда же он мог деться? Сережа! Сережа! Сереж! Сереж, ты как? Сережа! Ты в порядке? Я вырубила Джефф-убийцу. Серьезно? Да. Тогда быстрее беги, разрезай его. Нет, я не могу, я боюсь. А черт. Сейчас тогда я приду, погоди. Ой, черт, суперпада, мне прям это не верится. Настя реально смогла вырубить шефа-убийцу, посмотрите. Он прям сейчас передо мной, как и когда-то. Это маска, ну что, снимем ее? Так, банда, вы помните. 10 тысяч лайков, суперпада, я снимаю маску шефа-убийцы, это просто жесть. Пришло время разрезать шефа-убийцу. Разрежь его где-то вот здесь, вот так вот. Это будет жестко, суперпада, я уже в этом уверен. Только посмотрите, настоящий шеф-убийца. Только в маске, это просто жесть. Что, суперпада, надеюсь, вы готовы, потому что я не очень начинаю. Настя, ты готова? Да. О, это жестко, я не знаю, как тебе получилось его так поймать. Я сама в шоке. Ты просто огромный молодец. Дай 5. Окей, суперпада, мы начинаем разрезать Джефф-убийцу. Окей, суперпада, это просто жесть, посмотрите. У нас тут реальный Джефф-убийца. Мне прям не верится, что сейчас я буду его разрезать. Это просто что-то новенькое. Раньше я никогда не видел, чтобы кто-то разрезал какие-то чудовища. Я буду первый, банда. Надеваю наши перчатки, как видите, они уже в крови. Окей, суперпада, готовы. Я делал перчатки, чтобы не испачкаться. И что ж, мы будем разрезать Джефф-убийца нашим любимым ножом. Окей, банда, я разрезаю Джефф-убийцу. Погнали! Суперпада, это просто жесть, посмотрите. Окей. О, в него просто стрял нож, это просто жесть, банда. Мы реально сейчас разрезали Джефф-убийцу. Это просто жесть, суперпада, у меня прям все еще не укладывается в голове. Надеюсь, банда сейчас не начнется во время этой операции, потому что мне будет конец. Окей, как мы знаем, Джефф-убийца просто бессмертный какой-то. Мы его взорвали в прошлый раз, он все еще жив. Окей, банда, я засовываю свою руку. Это просто жесть. Черт, худой полностью. Я бы не сказал, что он какой-то там слишком толстый. Я что-то нащупал, банда, что это? Черт, суперпанда! Это же патрон! Использованный патрон! Вы это видите? Джефф-убийцу стреляли! Вы видите? Это у него был патрон в его внутренностях! Его реально кто-то уже хотел убить и не получилось! Окей, я еще что-то нащупал, банда! Это еще один патрон, суперпанда! Вы это видите? Вы это видите? Здесь было 2 патрона, банда! Это просто жесть! Кто-то явно хотел уже убить Джефф-убийцу, но он выжил! Окей, это было жестко, банда! Мы реально нашли 2 патрона! Это просто жесть! У меня прям это не упалось в голове! Окей, банда, засунем еще руку! Черт, это просто жесть! Как-то странно, что у меня нету крови, это реально жестко! О, черт, банда, я еще что-то нащупал! Это просто жесть, посмотрите! О, черт! Это какая-то флешка, и она подписана мам. Это какое-то послание его маме или что? Окей, подождайте, что, наверное, в следующем видео, когда я буду снимать маску Джефф-убийцы, мы просмотрим эту флешку. Так что, поди давай 10 тысяч лайков и открывай эту флешку.
флажку и снимаю маску Джеффа-убийцы. Окей, почему эта флажка была у него в внутренностях? Получается, что у него сосраный или что? Он сделал флажку, это какое-то странное послание маме или что? Обо всем этом, я думаю, мы узнаем в следующем видео. Так, окей, подрисую еще раз на руку. Надеюсь, уже последний раз. О, черт, это так неприятно, бада. О, господи, это реально жесть. Он реально в середине какой-то слишком пустой. Черт, бада, я что-то нащупал. Что это? Господи, вы это видите? Что это такое? Это что, его кровь или что? Почему она полностью черная? Господи, как же она тянется? Что это, Настя, как ты думаешь? Мне кажется, это лизун. Лизун, что это такое, банда? О, черт, посмотрите, она просто тянется и тянется. Оборвалось, но там еще оно есть. Окей, Суприм Банда, это просто жесть. Посмотрите, что я достал. Что это вообще такое? Почему она такая черная? Черт, вы это видите, Суприм Банда? Это просто жесть, я не понимаю, что это такое. О, господи, это реально жесть. Давайте ее положим на доску и попробуем проверить. Господи, посмотрите на это. Черт, оно просто падает. Это реально жесть, Суприм Банда. Оно рвется, господи. Окей, Суприм Банда, давайте возьмем доску и это проверим, что это такое. О, черт, Суприм Банда, вы только на это посмотрите. Это же просто жесть, оно так тянется. Это реально жесть, банда, я не знаю, что это такое. Но это было у Джеффа убийцы, посмотрите. Оно реально тянется, это похоже на пену или что-то типа того. О, господи, Суприм Банда, вы только посмотрите на это. Это же просто жесть, как же оно странно все выглядит. Господи, посмотрите, оно реально какая-то странная какая-то жижа. На ней просто все остается, это просто жесть. Это реально жесть, Суприм Банда, я не знаю, что с ней делать. О, господи, ты видишь, Настя? Да, я вижу. О, черт, это такое? Суприм Банда, вы это видите? Там что-то тянется. Это просто жесть. О, господи, Банда, что это вообще такое? Почему оно тянется? Посмотрите на это еще раз. О, черт, это вообще такое? Почему оно его тянет? Это реально жесть, Банда. Окей, Банда, к чему же он тянется? Окей, смотрите, я поклал руку. Куда же он будет тянуться? Гляньте, Банда, он реально тянется к моей руке. О, черт, это просто жесть, вы это видели? О, черт, реально жестко, Банда, я не понимаю, что это вообще такая странная штука. Нужно его назад вернуть, Джеффа. А где Джефф? Он же только что был здесь. Да, я видела. Черт, и что мне теперь делать с этим? Посмотри на это, что это вообще такое? О, черт, Суприм Банда, без понятия, что с этим делать? О, господи, это просто жесть, его нужно куда-то убрать. О, господи, Суприм Банда, не понимаю, что здесь происходит. Только что здесь же был Джефф-убийца, где он сейчас? О, это просто жесть, Суприм Банда, я реально ничего не понимаю, гляньте. У нас только осталась флешка с подписью «Мам». Господи, я не знаю, что это за флешка, Банда. Это какое-то послание мамы, но я почему-то проглотил Джефф-убийца, какое-то специальное послание, Банда. Нужно в следующем видео проверить так, чтобы не ты знаешь, что в это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, Банда, я проверю эту флешку и сниму маску Джефф-убийцы. И мы посмотрим, что у него под маской. Но погодите. Банда, разве реально Джефф-убийца ушел? Эй, Джефф-убийца, ты здесь? Джефф? Ой, черт, Суприм Банда, его здесь нету. Окей, Банда, я без понятия, что делать. Нужно его будет опять как-то призывать. Я просто не знаю, куда он делся. Но тем не менее, Банда, то, что мы сегодня увидели, те внутренности, которые были у него, это просто жесть, Банда. Окей, Банда, да вот комменты с подростного видео. Господи, какие они шикарные, просто идеальнейшие комментарии, бро. А если вдруг ты проходишь по следующее видео, сегодня тебе нужно это посетить, они нажать на свой лайк, колокольчик и все. Продолжай следующее видео, только про коммент не забудь. Бро, лайк, колокол, коммент, и следующее видео. Вот такой просили, блядь, ко мне видео. Как видишь, бандиты из банды попали, и ты сможешь. Эй, бро, не забывай, оставайся таким шикарным. Пока! Ah!